Сейчас на мне одето платье. Это из моей осенней коллекции. Это шелк, костюмная ткань. Также представлено это в различных цветах. Бежевый, с такими фалангами. Груди. Здесь тоже к нему идет такой же пояс, я его просто забыла. Они, в принципе, стиль у них одинаковый. Они все женственные, классические, только не тяжелая классика. Мне очень хотелось создать коллекцию, чтобы она была классическая. Ее можно было одеть и в ресторан, и в повседневной жизни. Я больше люблю классику. Это вот моя страсть. Но я не хотела, чтобы она была очень скучной. Все-таки, чтобы ее могли одевать девушки, как мне 25 лет, и более молодого возраста, они смотрелись в ней стильно, женственно, но не старило их. Не утяжеляло их возраст, это классика. Поэтому каждое платье я разрабатывала сама. Также у меня есть технолог, конструктор, который мне помогал. Все сделано из натурального шелка, подкладка из натурального шелка. Также очень, конечно, много времени на обработку уходило, потому что я человек, который... Мне надо, чтобы все было сделано очень аккуратно. И изнанка, чтобы была аккуратной, и перед. Очень много швей проходило у меня кастинги. Многих, на многих ругалась. Они говорят, ты очень требовательная. Но мне действительно хотелось... чтобы это платье, если кто-то оделает, не на один раз, как многие оденут, там все поехало, швы оторвались, все разъехалось. Я этому придаю большое значение. Надо начинать свой бизнес с хорошего, с хорошей ткани, с дорогих тканей, а не уподобляться на количество, а не на качество. У меня все в единственном экземпляре, у меня свое ателье, ко мне приходят люди, кому нравятся мои вещи, они заказывают, это индивидуальный пошив. Некоторые платья, которые я изготавливаю, их надо ждать и по 3 месяца, так как ткани очень дорогие, это лучшее качество, которое есть из шелка, поэтому закупка шелка уходит тоже, на закупку шелка уходит много времени. Конечно, хотелось яркость. Сейчас зима, осень, дождь, слякоть, грязь, и так настроение черно-белое. Хотелось просто... Когда ты одеваешь платье какого-нибудь яркого оттенка, ярких цветов, чтобы тебе казалось, что не так уж все и мрачно в жизни. Долго я изобретала, думала, что как его нарядить, это платье, как его сделать более интересным. Вот мы придумали. И вот мы придумали с моим конструктором Аней Булкиной. Ей большой привет. Вот такое потрясающее платье. Тут тоже оно идет с поясом. Я, конечно, не забыла. И такие вот красивые, аккуратные плечики. Нет, не сезонные цвета. Как раз в этом сезоне модно фуксия, зеленый, синий. Ну, конечно, классик серый, черный, бежевый. Но в этом сезоне моды яркие цвета. Конечно, я не отхожу от моды. Я могу только эксперименты делать с фасоном. Но цвета я все-таки выдерживаю. Это кружево, это все ручная работа. Это платье долго мы шили, мы очень долго искали шелк. Конечно, шелк этот можно только ощутить, какого он качества, когда вы его потрогаете. Это толстый шелк, это не тонкий шелк, которого усыпаны многие фабрики. Это эксклюзивный шелк. Люди, которые придут, могут... они могут, конечно, оценить это качество шелка. И сзади мы сделали такие пуговки. Разрез глубокий, полностью прозрачный. Это платье, на самом деле, идет уже на бал, который будет в декабре, русский бал. Уже у меня его попросила одна звезда, но это вы увидите в журнале. Ну, на Павле рубашка, я, конечно, бренда называть не буду. Ну, как в черном, почему мы вдруг... Я ему сказала одеться в черном, так как
чтобы мы вместе хорошо смотрелись. Чтобы у нас был одинаковый стиль, одинаковая обувь. Опять же, все в классическом варианте. Не очень я люблю, когда у мужчин спущенные штаны, вот этот вот рэп, йо-йо. Нет, я думаю, что все-таки папа троих детей, он должен выглядеть солидно, а не как мальчик, потому что дети на него смотрят, и в его глазах у детей он должен вызывать уважение. А как оденет он там шипы, ну, имею в виду, какие-нибудь ботинки, не знаю, гриндеры, да, не называют, молодежь ходит. Гриндеры, там, трусы видны, кепка, и пошел. Шорты, футболки, что удобно. Так как у Павла до рейтинга добираться 1.5 часа каждое утро. 45 минут. Ну, 45 минут, ты 45? Без пробок, да. Без пробок, а так это и 1.5 часа. Бывает. Нет, если тебе 45 минут, а не 1.5 часа, как ты мне говорил, ты будешь и детей помогать мне в школу развозить с утра. А то я сам говоришь, мне 3 часа дорогу. Что ты разошлась перед камерой? Пусть детей тогда отвозил. Дом поговорим. Также сейчас я работаю над выпуском собственной коллекции украшений. Эти украшения из полудрагоценных камней, из драгоценных камней, из золота, из позолота. Также эти украшения можно делать на заказ из любого камня, можно из более дорогих камней, можно из рубина, из изумруда, смотря насколько клиент готов потратить на украшения. Сейчас я только нарабатываю клиентов на свои украшения. Также у меня очень хорошие мастера. Вот это все индивидуально сделано. Все мои мастера это делают вручную, по эскизам. Я им очень благодарна. Такие таланты, они работают со мной. Вариантов очень много, у нас будет интернет-магазин. Какой вам бренд? У меня уже есть бренд. Бренд моей одежды Мария Шаталова. Также будет ювелирное украшение от моего бренда. И интернет-магазин будет размещен на моем веб-сайте mshatalova.com. Мария, я думала, что это может выглядеть более повседневная одежда, тогда будет не сокращение. Ну, хотя я не люблю как сокращать. Но есть и имя, и фамилия. Почему я надо сокращать? Мария Шаталова, ну. Она все мечтает взять мою фамилию, но я как-то против. И фамилия. Нет, фамилия мне больше нравится. Хотя тоже длинная. У вас же сократили болельщики. У меня поголя. Да. Ну теперь я не знаю, как я возьму фамилию мужа. Ну, хотя уже женаты, женаты давно, но уже я стала все делать, производить по своим брендам. Ну бренд останется, ничего, фамилию поменяем. Может газета «Сан» вышла сегодня, статья про нас, что мы являемся главными героями шоу. Нет, это просто написали. Это просто описание шоу, и вот мы на обложке. Прихожу сегодня на тренировку с утра, и вот мне дают эту газету. Говорят, ты у нас ТВ-ист, может быть, сконцентрируемся на футболе. Я говорю, все нормально, ребята.